Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку. За основу я взял 18-миллиметровую фанеру. Длина приблизительно нужен будет 400 миллиметров. Ширину я взял 100 миллиметров. Проводим линию посередине, то есть 50 миллиметров. Ну и затем нужно сделать будет также разметку. Отступаю 1 сантиметр, затем еще отмечаю точку на расстоянии 8 сантиметров, потом еще отступаю 4 сантиметра, и от этой точки нужно отступить еще 8 сантиметров. После этого также отмечаю 1 сантиметр. Этот сантиметр я взял для того, чтобы в конце отторцевать под размер. Ну и также вот в одной точке нам нужно сделать углы. Угол равен 120 градусов. Сверху отмечаем и снизу. Ну и затем нужно провести линии и обвести жирным маркером. Можно красным, в данном случае черным. Ну а дальше, я думаю, будет все понятненько. Присаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра.
Итак, друзья, вот такой вот кондуктор для изготовления винтов, либо гаек барашек у нас сегодня с вами получился. Как видели, делается очень легко. Взял за основу 18-миллиметровую фанеру, склеивать ее не стал, обошелся 4 саморезами. Ну и остается нарезать кружков 50-й коронкой. И затем этой же коронкой нарезаем вот такие либо винты, либо гайки барашки. Такая форма мне очень нравится. Ну а на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!